приезжает в ванну, подключает автоливую, то есть посмотрел там, где-то на дрожжи. Авторотация, Саша! Такой вблизи, такой вот, да? И вот это вот на экранчике он. Ой, а что было-то? Че, хвост видел, начал крутиться? Все, вопрос не задавать будет. И вот это зрелище было, конечно. Мужики, просто что сделать? Говорят, что я делаю, чтобы вы провода свои не поставили. И топливник. А почему он начал крутиться? А хуй его знает. Дома есть? Мне что-то это напоминает адреналин. Слышь, друг! Смотри, накачалку серую нахвал. Ну не закручен. Не прикрутил. Да, тебе выговор. С внесением личное сообщение. Она открутилась, куда такая? Короче, в целом все нормально. Только расходы по кренам надо убирать. Потому что ты видел, как я его подымал? Да, мы думали, сейчас ты его... Ну и убери. Ёпта. Чё ты, может... Чё ты выпендриваешь, что ли? Ну так, в целом летает. Жень, иди сюда. Ладно, давай. А не укол каких-то нет? Сейчас переинициализацию надо сделать, надо ему расходы по тарелке. А, или просто задушить без переинициализации. Просто душ. А ты инициализировал? Нет. Задуши еще раз. Потому что это писец, я чуть не обосрался, честно скажу. У него сам по себе он. Начальник, у него там это. Так, ставлю. 45 ставлю, да? Юра, если что, потом добавим, но это лучше, чем вот то, что ты видел. Шасси, все остальное. Я, честно говоря, думал, я его прям сразу тут же, блядь. А что же сразу-то не подобрали? А? Что ж ты сразу расходы? 12. Саша, ты быстро приседаешь? Чего вы испугались? Просто если ты очень быстро присядешь, тогда мне не повезет. Я вообще колбасик. Перспектива получилась. Он стоит, управляет, и тут же перед ним вертолет крутится. Ну да, 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 вот такая хрень такая. Иди, посмотри, посмотри, посмотри. Это не вертолет, это не вертолет. Понятно. Thank you.
Кого колбасит? Вчера вам надо было быть. Вчера я прикал Серега, и все. Вот это было.